езди, да? Ты ничего придумал. Ты плачешь, а? Чуть не сбил. Я так смотрю. Слабак ты, в общем. Что ты позволишь свои гит... Помню свою гитару предложил. Я профессиональный музыкант. На каком-то Харвиче не играю. Так что, извини, студенты. Да ладно, что ты переживаешь? Я тебе на христианский сборник предложу. Там такие песни классные. Там, так. Ты такой довольный останешься. Да что тут есть классный... Ой, какие мы обидчивые! Подумаешь? Обидел, пожалуйста. Хорошо, подочитай. Покажи. Позорище. Что вообще пишут? А, опять новая диета. Здоровье, что ли? Девушка, какие вы журналы читаете? Вы понимаете, что вы делаете? Есть духовная литература, есть духовная пища. А вы выпросите, дайте сюда журнал. Дайте сюда журнал. Я его выпрошу, наверное. Девушка, вы понимаете, что есть духовная литература, есть духовная пища, понимаете? А то, что вы читаете, порвать и выкинуть, ногами растоптать. Ну, непонятно, что вообще. Ну, так как? Насчет духовной литературы. Что с тобой? Зря отказываешься. Девушка, подождите! Давай, давай! Ой-ой-ой!
Эй, 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 эй.